Совещание решили совместить с тренировкой. Свою готовность к нештатным ситуациям продемонстрировали службы быстрого реагирования, пожарные и скорая помощь. Все уложились в нормативы. Другой момент. Размещение транспорта на парковках. Решено, что во избежание заторовых ситуаций руководить процессом будут специальные регулировщики. Городские сервисы готовы абсолютно. Сейчас мы отрабатываем по пути подъезда, соответственно, клиентских групп, зрителей, команд, чтобы все было организовано уже внутри объекта. Поэтому, собственно говоря, сегодня проходит, скажем так, прикрепление к местности ответственных лиц. Поэтому готовность финальная. Мы уверены, что все пройдет здорово. В очередной раз, пользуясь случаем, приглашаем всех увидеть это событие, потому что оно уникально не только для нашего города, но и для всего, по сути, мира. Напомню, что доступ на все мероприятия бесплатный. Только на соревнования в горном кластере надо самостоятельно приобрести ски-пас. В рамках военных игр предусмотрена и культурная программа. Ежедневно на площади у ратуши курорта «Розахутор» будут проходить концерты, розыгрыши с подарками, выступления известных диджеев, автограф-сессии со звездами, флешмобы с участием зрителей и анимационные программы для детей. Программа рассчитана на весь день. Пройдут и два крупных концерта. Сразу после медальных церемоний по итогам соревновательного дня 25 февраля выступит группа «Блестящие», а 26 февраля музыкальный коллектив «Бурито». Оба выступления начнутся в 20:30. В эти же дни участников и зрителей игр ждет грандиозный фейерверк на «Розахутор».